Мужская баскетбольная команда «Енисея» одержала домашнюю победу над итальянским «Канту» в матче второго группового этапа Еврокубка ФИБА. На матч хозяева паркета вышли не в оптимальном составе, сказалось отсутствие травмированных игроков и тяжелые перелеты. А «Канту» соперник непростой, команда усилилась игроками серьезного европейского уровня. Несмотря на это, «Енисей» сумел показать хороший баскетбол. Не в последнюю очередь, благодаря неуклонному соблюдению игровой дисциплины. Первая четверть прошла в упорной борьбе и закончила счетом 25-26 в пользу гостей. Но уже во втором отрезке встречи сибиряки вырывались вперед 25-15. Во второй половине матча немного сильнее были итальянцы, но «Енисею» удалось сохранить преимущество. Итоговый счет 94-91 в пользу наших ребят. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Делрой Джеймс, сделавший дабл-дабл. На его счету 24 очка и 11 подборов. Эта победа была очень важна для нашей команды. Она позволила сибирякам продолжить борьбу в турнире. Я скажу так, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. С точки зрения турнирного положения, да, несколько игр, которые мы проиграли, а могли бы выиграть, поставили нас в ту ситуацию, в которой вы назвали щепетильной. Вот. Но тем не менее, вот сегодняшняя игра с командой, которая скомплектована по большому счету для Еврокубка, да, может быть, не для Евролиги, но для Еврокубка, показала, что мы можем играть, прежде всего показала и ребятам, ну и всем остальным, что мы можем играть.